Перед началом сегодняшнего летсплея я хочу вам порекомендовать канал Game Over. Здесь выходят летсплеи по танкам онлайн, золотые летсплеи, как редактировать видео по Sony Vegas Pro 13, звонки подписчиков, в общем, классный канал. И на канале все-таки еще есть 61 подписчиков. Но если ты тоже подпишешься на этот канал, как я, то будет на один человек больше. Если тебя заинтересовал этот канал, то, пожалуйста, подпишись, нажав на ссылку, а ссылка в описании. А теперь погнали посмотреть мой летсплей. Здравствуйте, друзья, с вами Львинодан, и в этой битве мы с вами сыграем на сочетании Харька Кром на красочке Магна. Но я сейчас намерен изменить, то есть переодеться, эта краска мне не по душе, здесь тут нету молотков, здесь рикошет есть, намного больше риков, вот, один там тащит флаг, давай я тебя сейчас убью, вот. И возвращу флаг, рубаем нитру, все, на фул, на арке, сейчас надо не терять, ой, я хотел этого там попить, но не получилось. В общем, сегодня первый день лета, и через 3 дня день рождения танков. Я не знаю, что я буду покупать. Перед майскими праздниками у меня не остались деньги для даже доната, хоть я и не донат. Ну-ка на их команду посмотрите, на нашу. Я должен здесь, не знаю, как нарить, чтобы хоть счет сравнять. Тут ужас. А ну-ка, нас 4, а их все раз, 2, 3, 4, 5. В общем, очень много. И мы я возвратил даже флажок. Доставили? Нет, не доставили. Потерял флаг, ведь они же раки. Мои союзники раки. Вот. У меня сзади хорька реля. Будем убивать эту хорю релю. Ой, что это вы все... Ой, блин, простите, я только что остановил запись, нажав F1. Я должен был нажать, сейчас скажу, 1. Это у меня аптечка, как вы уже знаете, F1, стоп, видео. Я не знаю, почему у меня так получилось, я сам не понял. Извиняюсь, просто я не могу прицелиться на этого хорька. Блин, ой. Тут нарный рикошет. Но с одним ударом я его вынес. Возвратил флажочек. И, наверное, я получил звонку. Здесь, если буду так нарить. Вот. Вот, возвратили флажочек. Сейчас мне очень нужна, как воздух, нужна аптечка. Потому что у меня нет ХП. И сейчас меня снесет эта релька. Ой, посмотрите, у меня намного больше счета, чем у них... Этого первое место у них кто? Вот, с ТТшечкой нам будет легче убить. Вот. Сейчас они доставят флажочек. Нет, они доставили кады. Ублюдки. Ой, кто это был? Я сам уничтожился, как рак. Ну... Я вообще не собираюсь ничего, не собирался купить. А в моем основе, то есть, нет, не в моем основе. Да, или на Дане, можно так сказать. Я очень хочу купить молот М1, не знаю почему, но мне на это не хватит. Не хватает кристалл, но мой друг обещал мне донат. Я не знаю, насколько это сработает. Он хочет, сейчас скажу, задонатить... Наверное, 2000 рублей. Простите, неправильно сказал. 40 ты... Нет, 4000 рублей он хочет задонатить
в свой аккаунт, это вы представляете, с ДК сколько? Это уже ужас, можно не представить. Ладно, мы... То есть я очень хочу, чтобы он на, в мой аккаунт тоже задонатил, но он так этого не сделает. Вот, хоть убили этого вулкана. Я сейчас не знаю, врубить ли мне ДТ-шечка. ДА-шечка, простите, опять перепутал. Тут никого нет. Ой, рикошет. Рикошет. Нарный рикошет. Аптечка, аптечка, аптечка. Сейчас нам очень понадобится, если он не... Ой. Ай, да, блин, я жрак. Вы видели это? Я хотел то есть убить турелю, но сам самоуничтожился. Ой, блин, вот этот минус у этого грома. Это самоурон. Ой-ой-ой. Не знаю, надо ли мне переодеться. Тут магму, наверное, не будет так. Лучше будет надеть там, наверное, дракон. У них нету шафта, поэтому я... То есть есть один Хантера шафт, но он... вообще, можно сказать, не играет. Что это комплект, комплект ящер? Не надо, не надо мне ваш комплект ящер, свинец. Одну минутку. У меня нету дракона. Ну нету. Будем надеть этот свинец. Да, я вспомнил, я хотел купить дракон или там комплект был. В общем, я купил этот дурацкий комплект. Вот. Умри. Нет. Ой. Да, ты возьми ДА-шечку. Тебе это понадобится, а мне нет. Не попал. Нет, я уже не попаду. Не надо стараться. Вот там этого малыша. То есть нет, он не малыш. Его надо прикончить. Ой. Спил прицел этот рикошет. Все. Меня как муху снесли. До конца битвы уже 7 минут. И это уже победа, но нечестное. Простите, поражение. Но это нечестное поражение, поскольку нас... Вы видели, сколько нас человек, танков. А их сколько? Это же у них... Ой-ой-ой. Нет, я не попал. Можно уже не врубать аптечку. Зря буду терять аптечки. Мои драгоценные аптечки. Ой-ой-ой, нет, я не хочу тут спрыгнуть отсюда. А вот тебя я могу снести. То есть нет, не могу. Все, я не могу. Я рак. Я не могу. Гром, это не та пушка, с которой я могу играть. Она очень медленно поворачивается. Не знаю, мне гром, да, он очень сильно наносит урон, но очень медленно. Вот единственный минус, наверное, в этом. И самоурон, конечно же. Ну ладно, давайте-ка надену я рикошета. Я с рикошетом не... Ай, молот я одел. Не знаю, залагало или там. В общем, вот, рикошет. Я с рикошетом не так-то уж плохо играю. Но самым очень хорошо играю с... Как вы уже знаете, с Фризом. Фриз моя самая любимая пушка. Ну, рикошет тоже не, ничего. Я, когда танки онлайн, я впервые начал играть в ТО, тогда моя самая любимая пушка была, был Твинс, простите, да, Твинс, а потом рикошет, сочетание Викинга-рикошет. Я очень любил Викинга-рикошет, но потом, поскольку рикошет, простите, Викинг М2 стоило, сейчас скажу, там 5000 кристаллов, а тогда голды падали на 100, тогда было невозможно купить, почти невозможно. Ой, я даже доставил флажок, да. Было почти невозможно купить рикошет или даже викинг, потому что там просто были цены. Вот. Ты тоже умри, ты что тут?
Я сейчас буду спить тебе прицел. Правда, Нарна Реля? Нет, там был Нарна и Рикошет, а Нарна Реля. Я такого не помню. Вот тут шафтик у нас. Ой, залагало опять. Вот. Умри. Сейчас я должен. Вот я попаду, да, я попал, вот. С рикошетом я намного быстрее сношу их. Да, блин, я последний раз рикошетом, не помню, когда я играл. Честно, я не помню, когда играл с рикошетом последний раз. А ну-ка, посмотрите на нашу команду. Все, я сказал, что это поражение, но я ошибся. Посмотрите, тут красота. Это я не понимаю. Просто тут не хватает голда. Вот, если бы был голд, то было бы вообще классно. Все-таки стоит поставить лайк за то, что я останился. Блин! Не могу сказать, я есть такие слова, которые я не могу хорошенько произвести. Я остался и сыграл, и даже сделал так, чтобы моя команда победила. Я дал им дух, можно и так сказать. Ой, он на миг подорвался. Да. Я дал их дух, чтобы не сдаваться, вот, атаковать. Вряд ли, вообще такого не может быть. Я был хоть бы один, кто дал бы мне дух хорошенько поиграть. Но я, как видите, неплохо играю с... когда у меня бывают лаги, но когда нету лагов, то я играю очень хорошо. Сейчас, если я отключу динамичные тени, то тогда уже будет очень мало видно, будет не так-то уж красиво выглядеть. Эта игра, да, не будет хорошо выглядеть. Но я буду нагнусь. Но поскольку мы уже нагибаем, я не хочу больше нарить. Вот, будем ждать флажочка. Вот, да, я взял флажочек. Больше не надо на врубать ничего. Ой, тут шафтик. Он угомли шафт. Тут Реля. Еще. Что-то они все такие корпуса начали надеть. Да, вообще, да, легкий. В младших звонках, мультах намного интереснее играть, чем в этих больших... О, мы закончили битву. Что-то... Обновление сервера. Сервер будет установлен через столько секунд. Но почему? Что это, блин? Ну, скажем, почему тут так? Сервер будет обновлен. Ну, в общем, выйти скажем. Сервер будет обновлен. Почему? Вот. Ну, не знаю, что... Ну, в общем, мы заработали 200, не знаю, там сколько кристаллов. Это ведь и немало. Вот. Но почему обновили с сервером? Они что, хотят сделать... Ой, я скриншот не сделал! Быстро в Иран, заходим в Иран. Я скриншот не сделал, я должен... Ой! Да ну не могу войти, блин. Я хотел сделать скриншот. Ну хоть так, в гараже у меня есть перезайти в игру. Вот. Вот это уже другое дело. Я хотел сделать скриншот, чтобы поставить в... Как это там? В общем, в YouTube можно тебя закрыть. О, это моя картинка семьи. В общем, ну, давайте-ка на этом с вами мы с вами закончим. С вами был Эльвинодан. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайки, чтобы они быстро закончили свои обновления. Ну что ж, всем удачи в игре. Всем пока. До новых встреч. Вот.